Книга «Открытым оком», том 1, тема «Внутренний мир человека», вопрос 236. Существует ли такое понятие «духовное мученичество»? Ведь сейчас нет гонений. И есть ли сейчас мученики? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. По смыслу совершающего с верующими, когда их преследуют в печати, позорят, клевещут СМИ, это, конечно же, духовное мученичество. Но такого выражения в Библии нет. Но все апостолы и святые это испытали. Гонения за Христа внутренне должны радовать истинного христианина. Страдать за любимого – наслаждение. Деяния, 20 глава, с 22 по 24 стихи. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Филиппийцам 1:21. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».